Вечером примерно в 11 часов дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими зарегистрировано на улице Байтурсынова, недалеко от типографии. Здесь в результате столкновения автомашина Volkswagen Vento вылетела с дороги и упала в придорожный арык. По словам очевидцев, в ДТП участвовала еще одна автомашина Mitsubishi. Этот автомобиль выезжал с второстепенной дороги и ударил Volkswagen, двигавшийся по главной дороге улицы Байтурсынова. В результате удара водитель Vento не справился с управлением и перевернулся. Он получил травмы и был госпитализирован в больницу бригадой скорой медицинской помощи. На место ДТП приехала выездная группа дорожно-патрульной полиции, которая сейчас выясняет все подробности этого происшествия. Еще одно ДТП было зарегистрировано этой же ночью на углу улиц Бауржана Мамышулы и улицы Желтоксар. Здесь в аварии пострадали Mitsubishi и Mercedes-Benz. По словам водителя Mitsubishi, он ехал по улице Бауржана Мамышулы со стороны Иляева, направляясь к парку Абая. В это время на запрещающий сигнал светофора со стороны Альфа-Арабийского РУВД по улице Желтоксар на перекресток выехал Mercedes. Как утверждает водитель Mitsubishi, мужчина, управлявший немецкой автомашиной, находился в нетрезвом состоянии. К прибытию нашей съемочной группы полицейские эвакуировали «Мерседес» на штрафную стоянку. Сейчас инспекторы дорожно-патрульной полиции выясняют степень вины в ДТП каждого из водителей. А этот автомобиль на штрафной стоянке оказался в результате грубого нарушения правил дорожного движения водителем. Дежурная группа дорожных полицейских на проспекте Талкихана остановила автомашину Opel Vectra. В ходе проверки документов полицейские выяснили, что они не соответствовали данным компьютерной базы. Это стало основанием заключения автомобиля на штрафную стоянку. В ходе дежурства на верной территории мы остановили автомашину марки Opel Vectra с госномером X270. Как выяснилось, в ходе досмотра водитель управлял автомобилем по поддельным документам. В результате автомашина была заключена на штрафстоянку. На водителя заполнен протокол административного нарушения.